Англійський письменник Пітер Кук якось сказав: «До театру я йду, щоб розважитися. На сцені мені не потрібні зґвалтування, кровозмішання, содомія та наркотики. Все це я можу отримати у себе вдома». Тож, сьогодні поговоримо про те, як бачить театр, сучасний театр, глядачі і ті, хто його творять. Ну, а поговоримо ми із запорізьким режисером і актором Геннадієм Широченко. А після трохи розкажемо про Запоріжжя фестивальне. Це рефрен, ми починаємо, тож поїхали. Отже, сьогодні до студії рефрену завітав режисер, актор, Карабас-Барабас власного театру Геннадій Широченко. Привіт. Привіт. Ти Карабас-Барабас? Ні, я не думаю. У мене є такої бороди, як у нього, нет плечі і нет кукол. Ну, дивись, театральна студія «Перформанс», вона існує десь близько року. Так? Чи не настав час все ж таки вже назватися театром? Ну, ми називаємося не просто театральна студія, а студія театрального іскусства. Вот. Чому саме так? Тому що студія, тому що ми все-таки паралельно ще і вчимося, люди різні, актери різні. Театрально, потому что это театр, вот, а искусство, потому что стараемся все-таки делать искусство, и в том числе и профессиональное искусство. То есть это не любительская студия, не студия, в которой ходят как бы люди в свободное от работы время и плюс еще там театром занимаются. Нет, а это именно профессионалы, но мы как студия, то есть мы как бы создавая, делая продукт, одновременно еще и учимся и актерский, и режиссерский, и опять же, как создавать театр, потому что все-таки театр, я считаю, это когда есть целый комплекс событий. Это и место, это и сцена, это и касса, это и труппа, это и цеха. То есть театр в таком объемном смысле слова – это и все-таки храм искусства, и его почитатели, и также его служители, скажем так. А ну, мы пока, у нас нет своего храма, у нас есть... Да. Слухай, ну в твоих словах же есть такая трошки скромность, потому что ты же правильно кажешь, ну, актеры, які працюють с тобой, вони професіонали. Зрозуміло, що будь-який актор, він вчиться все своє життя. Ну, от, чому ти вважаєш саме, що треба ще вчитися і звання театру ще не досягли? Почему учиться? Ну, тут я не поспорю с тобой, а мне кажется, все-таки не все актеры всю свою жизнь учатся. Многие из них должны, да, должны, согласен с тобой полностью, но многие, особенно вот в репертуарных театрах, это неплохо. То есть нет у меня негативной в этом смысле оценки. То есть они работают в театре, и за много-много лет у них набирается определенный, это не штампы, а скорее такой список навыков. Список навыков в определенных каких-то рамках. И они, либо их пользуют, либо стараются учиться, и либо их режиссер ломает. Вот. Почему здесь? Здесь мы учимся, потому что, например, для многих актеров там, репертуар, вернее, материал новый, который они не пробовали там, в предыдущих своих работах. У кого-то нет опыта работы, скажем так, в таком глубоком разборе, который все-таки я предлагаю. То есть не просто давайте разучим тексты по мизансценкам, а именно разобраться в задачах, событиях, зачем это нужно вообще, зачем это нужно актеру. Ну, то есть какое-то время мы все-таки тратим на вот этот вот разбор и такую студийную работу. Вот. Поэтому театром еще сложно называться, потому что нет еще, ну, то есть нам еще учиться и учиться. Мы как бы первые шаги делаем в создании. Это скорее такое проектная студия, скорее. Вот. Есть идея, есть возможности или нет возможности, мы тогда их ищем для реализации. Приглашаем актеров, они соглашаются или отказываются, профессионалы, предлагаем им поучаствовать в этой идее. То есть это скорее такая проектная театральная студия пока. Ну, проєктна студія, якщо говорити такою трошки архаїчною театральною мовою, це антреприза. Тобто збираються актори з різних театрів або вільні актори. І ти в цій антрепризі, ти і режисер, ти і актор, і продюсер, і менеджер. В чому мінуси такої форми, зрозуміло, все треба встигати,
плюси mm-hmm. вони є от так, такого мінімалу mm-hmm. театру? Ну, скажу немножко отличие антреприза от студии, именно театральное искусство. Антреприза зачастую они берут уже известных артистов, то есть у которых есть своя аудитория, есть свой зритель. Uh-huh. Берут известную личность, или они одну, вот, например, как одна из личностей, Ольга Сумская, да, у нее есть своя аудитория. Навколо неї. Да, и вокруг нее, то есть к ней пойдет определенный зритель. И вокруг нее находят под эту личность определенный материал, собирают небольшое количество людей, потому что зачастую антреприза подразумевает определенное количество прокатов. Прокатов – это чисто коммерческая структура, чисто коммерческая история. То есть вокруг Оли Сумской собирают все, да, на афише в центре Ольга Сумская, зритель видит Ольга Сумская, ставят цены выше среднего, скорее там топовые цены, там от 500 до 1000, до 2000 гривен. И это, они то обкатывают, это называется, например, или, там, или в столице, и потом по областям и по городам внутри областей. То есть они как бы, это такой коммерческий сугубо проект вокруг определенных антреприза, либо вокруг режиссера, либо вокруг актеров, либо вокруг автора. То есть, а студия... Ваш проект, он на коммерциальность не заточен? Конечно, он заточен. Почему? Потому что это нет дотации. То есть все, что мы заработали, все наше. Мало заработали, мало нашего. Много заработали, хорошая пьеса, качество, еще люди пришли второй, третий раз. Полный зал, там, пустой зал, то есть все зависит от выработки. Но в чем студия? В том, что даже в этом мы учимся. То есть коммерческая разработка, называется коммерческий проект вот этого спектакля, да, весь этот этап. От, как это, от идеи, от рекламной как бы, стратегии, рекламной стратегии. Это не только афиша, это и попадание в интересы зрителя или в то, что, например, может быть, сейчас действительно не время драмы, немножко облегчить какие-то материалы, но при этом, чтобы было серьезно. И это сразу показать в рекламной кампании. То есть они сразу должны увидеть цвет, тональность, настроение, юмор, отсутствие юмора. То есть вот в этом постпродакшене или препродакшене, то есть они, то есть, ну, мы этому тоже учимся, то есть в этом тоже тобто, студия. Якщо я правильно зрозумів, то плюсы в тому, що ти і ну, всі буквально театральні професії одночасно вивчаєш. Ну, не только я їх, конечно, постигаю, конечно, то есть, потому что я сначала был актером просто, я приходил на работу, ну, вернее, не так, да, даже не так. Я сначала учился, да, меня учили, мне рассказывали, показывали наши мастера, учителя в актерском мастерству. Нам говорили, что касается актерского мастерства. Я его пытался осваивать, потом я стал актером, я приходил просто на работу, мне давали роль, давали костюм, то есть мне все выдавали, я просто был служителем, я служил, да, тому, что в этом в процессе. Потом, будучи режиссером, я уже начал как бы создавать какие-то проекты, идеи, может быть, делиться или навязывать, или вдохновлять актеров и все остальные службы. Вот. Но, и будучи режиссером, я понял, что театр – это не только сцена, это не только площадка. Площадка – это там, 5-7%. То есть это такой многоэтапный, многофункциональный, такой развернутый процесс, в котором задействовано ну, от 5 до там, 200 человек, да, до 300 даже, в каких-то больших театрах и, там, и до 1000. Но также участвуют, например, там, в том же препродакшене, да, дизайнеры, верстальщики, типография, IT, интернет, то есть все SEO, то есть это целый, как бы, армия невидимых. Ну, можно сделать классную выставу, но если ее никто не увидит. Да, то... да, да. То есть, как будучи уже режиссером, изучая театральное дело как таковое, я понял, что сам спектакль, там, роль или спектакль, идея – это часть, это как бы верхушка айсберга.
Вот. А сейчас я больше занимаюсь как бы дном айсберга, да, то есть то, что под водой. Это вся подготовительная структура, это реализация, это, то есть если не попадаешь, например, в препродакшн или просто в идею не попадаешь в интерес зрителя, то можно до этапа выпуска спектакля дальше не идти даже. Слухай, ну от зі сторони можна подумати, ну от от у місті стільки театрів вже стаціонарних, які існують давно, і у яких вже ця структура, вона є, вона працює, вона з бюджету фінансується. Чому не доєднатися до них? Чому ні? Це дуже хороша ідея. Единственное, вопрос в том, что все театры, которые уже функционируют, да, у всех своя история есть, у больших, у маленьких, у новых, у академических, у всех хороших театров, которые есть в Запорожье, в Запорожском крае, да и вообще в Украине в целом, у них есть уже своя история. Также у них есть своя традиции, да, но исходя из этого у них есть свои цели, свои задачи, которые их руководители для себя и для аудитории своей, для своей труппы или, там, или для всего коллектива, они себе наметили. Если наши стратегии и мысли совпадают, я за. Я всегда, я согласен с тем, что сейчас в современном мире надо работать в кооперации. Я уверен и вижу, что наши театры также работают в кооперации с другими коллективами, с другими площадками, дружат между собой. То есть это есть. И главное, например, если мы как... например, как творческие единицы отдельно, если наши цели, идеи, мысли и желания на выходе совпадают, то без проблем. Тут же вопрос в том, что это совпадает или нет. Здесь мы делаем, потому что есть какие-то мысли, идеи, которые мне захотелось там реализовать, но они, например, там под идеи, задачи не подходят. То есть я поэтому и стараюсь реализовать и пробовать осваивать такую самостоятельно отдельную единицу. Можно ее назвать студией, это на начальной стадии по типу продюсерского центра, то есть когда есть идея центра, и она собирает всех вот этих всех творческих и нетворческих людей, которые реализуют на выходе успешный или неуспешный проект. Поэтому дружить нужно, и мы общаемся, дружим. Главное совпадать с целями и задачами. Ми з тобою у цій студії зустрічалися, ну, десь більше півроку тому. Mm-hmm. І на той момент у студії «Перформанс» була одна вистава. Mm-hmm. Це «Офіс на двох». Mm-hmm. На даний момент. Пройшов деякий час, що вже встигли досягти? Да, прем'єра була в кінці ноября 2018 року. Це, ну, практично рік, чуть менше, ну, скоро буде рік. Сейчас три постановки, которые мы сделали практически с тем же составом. Ну, кто-то добавляется, кто-то уходит. Это «Маленькие семейные истории» по пьесе Флориана Зеллера «Правда». И «Любовь глазами детектива» Питер Шефер. Пьеса называется «Любовь глазами сыщика», по-моему. Там, ну, то есть мы детективы, потому что сыщик в разных переводах. Таке, ну, трохи застарілося. Да, сыщик, как будто что-то он пытается украсть, как будто такое слово, да. А детектив, оно, мне кажется, более... Да, как будто детектив, оно более лояльное слово такое. Ну и узнаваемое не только для тех, кто постарше, а для тех, кто помладше. Ну вот три постановки, но мы, как бы, есть у нас еще планы, вот. В планах у нас и есть и французская драматургия, и хотим серьезные темы поднимать, тоже Шекспир, Горин, вот, и комедии серьезные будут. Хотим сделать еще, чтобы у нас постоянные были малые формы, вот, потому что тот же Шекспир, хотим попробовать сделать один вариант на русском, на украинском и на английском варианте, в оригинале. Но там не будет как бы много людей, может быть 2-3 максимум человека. Вот. Также есть в целях сделать по Франко небольшую работу, Иван Франко. Также по Тарасу Григорьевичу Шевченко, это малые формы. Также вот сейчас работаем над программой Высоцкого. Вот, Высоцкий, но это никак, это не мой Высоцкий, потому что я еще не родился, когда, во времена, когда он пел, выступал и работал. Это скорее такая дань нашим родителям, дань отцам.
то есть которые слушали, и оно у нас на слуху, потому что иногда читаешь текст его или там слушаешь песню, а ты ее откуда-то знаешь, не понимаешь откуда, но ты ее слышал. То есть вот такая работа, которую мы хотим подарить. Ну, есть идеи, есть экспериментальные мысли сделать несколько экспериментов еще. Вот. В частности, летом был один из экспериментов. Мы сыграли «Маленькие семейные тайны» под открытым небом в формате эко-театра. Ну, мы его так себе представили, эко. Почему? Потому что эко-экология, то есть природа, вода, воздух, зелень, песочек. Там прям сцена стоит, людей пригласили к воде. Сыграли, был концерт, и спектакль «Маленькие семейные» играли прямо под открытым небом. Ну, по отзывам вроде зритель доволен, говорили нам комплименты. Мы пока не поняли, что это было, но это было интересно. А опять же, актеры учились. А где тут выход? А почему в одну сторону? А какая разница? Они, ну да, действительно, какая разница? Давайте перестроимся, перестроились. Ну, это тоже такой был. И для них мастер-класс, урок. Нет декораций, нет стен, не за что зацепиться, некуда спрятаться. Вот вода, небо и актерська гра. Слухай, кожен менеджер театральний, от він бачить свого глядача, там у тюгу це там молоді люди, діти, там у якомусь іншому театрі старші люди, там якісь певні соціальні категорії. Який ваш глядач? Як ти його бачиш? Ну, я скажу так, що є, ти наверняка знаешь об этом, есть вот в режиссерской непосредственно экспликации, есть пункты, и также в организации театрального дела там есть тоже определенные пункты. То есть создание одного проекта, не всего там пути театра, а одного проекта, там есть такие пункты, как идея, там сверх-сверхзадача, да, там месседж, который ты хочешь послать. И также один из пунктов – это возраст, то есть возрастной ценз, на который ты хочешь показывать тот или иной проект. И в театральном деле, то есть в менеджменте театрально, там точно так же есть эти же пункты. Если ты берешь проект, то возрастная, и также есть, например, социальная, то есть это для сугубо для моряков или сугубо для банкиров, то есть сужение. Но, например, почему эти пункты хорошие, их нужно соблюдать и режиссеру, и менеджеру, потому что если взять того же, например, «Отелло», и определить для себя заранее, как режиссер и менеджер, что аудитория будет не за 35, за 40, которая там имеет представление, а, например, это там 21 до 40. Ну, все, кто старше, они, пожалуйста, с удовольствием приходите, но сугубо тогда все остальное должно подтягиваться под эту возрастную аудиторию. То есть я имею в виду визуальный ряд, это должен быть современный, это должен быть IT-мир какой-то, может быть, вымышленный, там 3D-графика, лампы, неон. То есть, ну, я сейчас набрасываю, но я к чему говорю? Потому что если ты определил ценз, то нужно как бы соблюдать и по итогу вывести именно на этого зрителя. И сам продукт театральный. Вот. Какой у нас зритель? Ну, я стараюсь под каждый отдельный проект выбирать отдельную аудиторию. Вот. И, ну, процентов на 60 это получается. Если маленькие семейные истории, мы пишем 15+, потому что там есть там интимные сцены, какие-то любовные, выяснения между любовниками, муж с женой, два друга, они, оказывается, спят с женой, ну, там замешано, и молодой человек, который не был еще в браке, например, там до 21, да, он, во-первых, он будет... Буду смешно, но не да, он не будет понимать там какие-то даже реплики, которые сугубо понимают люди, там, которые были в браке, как минимум, либо там, за 35, потому что те люди, они несколько лет уже как бы прожили, у них там кризис, несмотря на то, что молодые люди. Поэтому в основном вот, аудитория, ну, вот, маленькие семейные, там, постарше, да, там, за 27, может быть, за 30. Вот. «Любовь глазами детектива» тоже аудитория постарше. Почему? Потому что Питер Шефер, он очень интеллектуальный драматург и сценарист, и практически каждая реплика – это микрофилософия, то есть, которую даже мы с актерами не могли даже просто по тексту разобраться.
Ну, офис на двоих, там несколько возрастов, поэтому там шире аудитория. То есть там 15 лет персонажи, там 25-30 лет и 55-60 лет, поэтому там возрастной ценз шире. Добре, і останнє коротеньке, півхвилинки у нас ще є. Скажи, як ви свою аудиторію знаходите і як вас знайти аудиторію? Ну, во-первых, конечно, социальные сети, это интернет-порталы, которые распространяют билеты наши городские, можно в интернете найти, просто гуглишь, и там появляются наши афиши. Вот. В Фейсбуке можно найти студию театрального искусства «Перформанс», в Инстаграме есть студия театрального искусства «Перформанс». Ну, по телевидению здесь в передаче «Рефрен», благодаря вам, можно тоже нас найти и посмотреть. Вот. Ну, в основном это социальные сети и, ну, конечно, личный контакт. Поэтому всех приглашаем, смотрите наши афиши. Дякую, Геннадію. Дякую, що прийшов. Ну, і маю надію, що у наступному сезоні ми обов'язково зустрінемося знову з тобою. Да, я дуже рад. Спасибо, що пригласили. Приходіть і любіть театр. Ну що ж, а для наших глядачів у нас є ще дещо цікавеньке. Нещодавно у Запорізькій області відгримів мандрівний фестиваль «З країни в Україну». Він відбувався у 18 містах України, і місто Мелітополь було однією з його локацій. ЮА Запоріжжя був медійним партнером цього фестивалю, то що нам вдалося там побачити і почути, розкажемо просто зараз. Фестиваль «З країни в Україну» уже вшосте відбувається на теренах нашої держави. Цього разу захід охопив 18 міст. В Запорізькій області фестиваль завітав у Бердянськ та Мелітополь. Організатори проєкту взяли собі за мету сформувати нове розуміння української ідентичності, показавши, як багато нового та стильного є в Україні. Для цього створили локації, присвячені різним напрямкам. У Мелітополі їх було представлено 14. Ідентифікація через минуле, через культуру, традиції і те, ким ми були ці сотні, тисячі років, як українці, і як ми себе набрали, як нація своєї аутентичності. Ідентифікація і себе через теперішнє, через історію успіху громадських організацій, через конкретні портрети людей, які вже тут і зараз роблять щось. І ідентифікація в майбутнє, через винаходи, стартапи, інновації, те, що ми робимо для того, щоб наша Україна була такою, як ми мріємо. Мелітополь є інтеркультурним містом. Це офіційний статус, який Рада Європи спільно з Єврокомісією надали йому в рамках проєкту «Інтеркультурні міста». Інтеркультурним вважається місто, в якому вміло знаходять та використовують потенціал культурного розмаїття задля розвитку творчості та інновацій, забезпечення економічного процвітання та покращення якості життя містян. До слова, в Мелітополі проживає понад 100 національностей. Українське, кримсько-татарське, єврейське, німецьке, польське, мексиканське, індійське, молдавське та болгарське товариства представили в рамках фестивалю на локації містечко громадських організацій кращі зразки своєї культури. Я дуже горжусь своєю національністю. Я дуже пишаюсь своєю національністю. Це йде здавна. Не хочу ображати інші народи. Проте історикам доведено, що перша держава на планеті – це Болгари. Це 6 століття. Уявляєте? Більшість локацій на фестивалі були інтерактивними. Гості могли спробувати себе у майстер-класах із виготовлення етнолистівки, воскової свічки, ляльки-мотанки та інших хендмейд-виробів на майданчику «Містечко майстрів». На локації «Охорона здоров'я» бажаючим пропонували навчитися надавати домедичну допомогу, а також спробувати себе у ролі хірурга, зашиваючи штучну шкіру. На майданчику інтелектуальних ігор можна було зіграти в такі популярні настінні ігри, як хрестики-нулики, ерудит, крокодил, а також у нові та унікальні настолки, розроблені саме в Україні. Наприклад, гра «Життєвий капітал» – це соціально-економічний симулятор з управління ресурсами. Її розробили у Харківській громадській організації «Діловому клубі «Партнер». Моделюємо ситуацію будь-яку на полі.
людина спробує, як би я себе повела, якби сталася ось така подія. Ось така. Тут у нас є і ринок цінних паперів. Він у нас в Україні не дуже такий задіяний, він є, але ми його знайомимо. Ми розміщуємо, навчаємо людей, як правильно розмістити депозит. Є кредити, але вони не всі погані, вони і добрі, і ми розбираємося. За оці 4 години є такий курс, а потім додатково вже надаємо консультації по бажанню учасника, як далі рухатись. Майданчик «Сучасна Україна» був присвячений інноваційним технологіям та науковим дослідженням. А найменші відвідувачі мали змогу помалювати 3D-ручкою чи погратись у лего, яке рухається. Вітчизняні розробники також представили тут Bluetooth-машинку. Цей робот є не лише іграшкою, а й навчальним посібником для дітей у школі робототехніки. Він є іграшкою, але це програмуема іграшка. Він є іграшкою, але це програмована іграшка. Створена для того, щоб проявити у дитини інтерес, або виявити потенціал до програмування, до створення, до розробки електротехніки в цілому. Тобто IT-сфера зараз популярна, так? І ви шукаєте юних, скажімо, програмістів потенційних, так? Хто зможе освоїти цю іграшку? Так? Якщо ми бачимо у дитині потенціал, ми шукаємо тих, у кого виходить, кому цікаво, і допомагаємо їм досягнути. Мелітопольський поет Андрій Кириченко уже вдруге став учасником «З країни в Україну». Цього року він представив тут свою нову збірку поезій. До неї увійшов вірш, який, за словами автора, передає дух фестивалю «З країни в Україну». Дай руку, друже, сила у єднанні. Хай проти ночі світло не згаса, бо якщо вже обрали небеса, зректися дару спроби будуть марні. Дай руку, друже, в темні ці часи лише разом розпалимо багаття. І ті жарини, що не встиг узяти я, ти підхопи і далі понеси. Коли майданчики вже потроху згортали свою роботу, на сцені розпочався саундчек вечірнього концерту. А після його завершення мандрівний фестиваль з Мелітополя попрямував до Каховки, а звідти іще у 12 міст України. На цьому наші творчі розмови і розповіді закінчуються, але лише на один тиждень. Рефрен прощається з вами і чекає нових зустрічей. Па-па!